прямо в пульс города. Я сейчас нахожусь на первом, соответственно, рабочем дне. Это первый рабочий день построенного стадиона на Крестовском. Помещение возле трибун. Здесь на самом деле такая вот хорошая звукоизоляция. То, что происходит на арене, даже не слышно. Так что здесь, в принципе, можно даже находиться, даже не говорить, даже не повышая голоса. О, вот, кстати, можно уже прицениться к местному ассортименту. Чай, кофе, минеральная вода, сок, чай, попкорн. Странно, пиво не подают, а арахис с сухариками подают. Вот легко ли убирать вот такое огромное пространство? Сколько уходит времени на то, чтобы все это убрать? Первый раз убираю, так что не знаю. Первый раз? То есть вы тоже первый день работы стадиона, первый раз все это убираете? В этих помещениях такой низкий потолок, можно дотянуться рукой. Вот он. А тут действительно можно играть в какие-нибудь стрелялки, бродилки. Итак, зрителей все больше и больше, правда, они на свои места рассаживаться пока не спешат. Болеть за «Зенит»-то здесь будете? С удовольствием? Конечно. Это «Вираж», это «Питер». Один город, одна команда. 5, 4, 3, 2, 1. Ну? Синий мяч!